Привет, друзья! Сегодня такой коротенький ролик о том, что вы знаете, насколько поляки хотят, чтобы украинцы комфортно интегрировали в их общество и, ну, и вообще приветствуют, так как очень много сейчас, конечно, работников из Украины здесь. И вот такие интересные факты я заметила здесь. Например, сейчас в Лидле украинская неделя, то есть продаются продукты из Украины, как, например, там пиво, оболонь, там львовская, халва, даже видела сало, причем это сало написано, что оно сделано в Польше, но этикетка на украинском языке, то есть на украинском, потом внизу идет надпись, что это по-польски, то есть вообще меня удивило, конечно. Вот, какие-то там конфеты, там сладости, ну минимум, но все равно появилось, такого еще не было, что были украинские продукты в Лидле. Вот, конечно, есть украинский магазин, но это как бы, это понятно, а это именно Лидл, то есть сеть. Потом, буквально вот 2 дня назад мне пришло смс, и я пользуюсь банком ПКО, польский банк, и пришло смс, что вы имеете право теперь пользоваться на украинском или на русском языке полностью вот этими всеми информацией о банке. То есть там, если вам надо электронный перевод сделать, там и т.д. и т.п. То есть очень удивило вообще просто. Например, я очень много знакомых в Германии живет, и такого там нету, чтобы, допустим, украинские продукты или на русском завозили, или делали. То есть настолько поляки... Это ж надо, так они к этому отнеслось. Видят, что сейчас очень, настолько поляки видят, что сейчас много украинцев здесь. И это уже прямо чуть ли не на государственном уровне идет. Например, еще такой пункт, что уже ни для кого не секрет, особенно тех, кто здесь живет уже, что в Ужендах сейчас даже выдают бланки на украинском языке, надписи на украинском языке везде, то есть, чтобы было понятнее. Буквально вот 2 года назад, в 2016 году, когда мы приехали, этого ничего не было, то есть, вообще обалдеть. Такой еще пункт, значит, я дома, и вдруг звонок в дверь. В общем, смотрю в глазок, стоят 2 женщины, как-то так одеты официально. Думаю, господи, кто это, что это? В общем, открываю, ну, они по-польски, здравствуйте, мы хотим вам рассказать, там, и, в общем, понеслась. Вот эти свидетели Иеговы. Я, конечно же, быстренько говорю, ой, я, извините, я не говорю по-польски, ничего не понимаю, хотя я прекрасно все понимаю, но как-то мне не хотелось разговаривать с ними 1,5 часа о смысле жизни, вот. И, в общем, они, ну ладно, хорошо, извините, и уходят. Что вы думаете, проходит 5 дней, звонок в дверь, я открываю, другая женщина, 2, и они по-русски, здравствуйте, мы хотим вам рассказать о... о смысле жизни, я говорю, о боже, они уже нашли, нашли мне уже переводчика, представляете, и начали мне уже теперь по-русски рассказывать. В общем, вот такая еще смешная история, так что видите, какие поляки предприниматели во всех планах, они уже понимают, что здесь столько украинцев, что надо создавать для них здесь уют. Потом еще интересный факт, иду по торговому центру, по Galaxy, и надписи там, ну, как, я уже не помню, там, по-моему, или одежда какая-то, или обувь, и идет надпись там, там распродажа на польском языке, на английском языке и на русском языке. Думаю, обалдеть, но это уже точно для наших, то есть вообще, конечно, молодцы, настолько они это поняли, что сейчас здесь очень большое количество украинцев, которые здесь живут, работают, платят налоги и, конечно же, тоже являются их клиентами. То есть, конечно, предприниматели из поляков просто супер. Они сразу поняли, что нужно воспользоваться этим моментом. И вот сейчас буквально тоже по радио слышала, значит, реклама мобильной связи или интернета, точно не помню. И там говорит парень на польском языке, начинает рассказывать там об этом всем. Но с таким украинским акцентом, это сразу понятно, то есть это явно сделано для наших, такая вот реклама, это ж надо, чтобы было понятней. Так что поляки супер предприниматели, вот так вот. Ну все, пока.